Привет всем, с вами Жанна. Готовлю отварную рыбу с картофелем и шпиком по книге. С рецептом. У меня взята рыба камбала. До этого я ее замочила в соленой воде, постояла 15 минут и слила. Картофель, соль, перец, петрушка, вода, лук и шпик. Разбираю рыбу. Просушу. Так. И сниму кожуру. Процесс не из легких, так как готовлю второй раз только камбалу. Первый раз я ее жарила. Но если бы, конечно, каждый день готовила, приспособилась бы разбирать ее правильно. Так что не судите строго. Разрезаю на порционные куски. В книге сказано, что нужно только очищать одну темную сторону. Ну, эту светлую тогда не буду очищать. Тоже разрезаю куски. И откладываю в сторону. Нарезаю шпик, за это время накрываю сковороду. Даже интересно, какие получится вкус рыбы со шпиком. Звучит аппетитно. Мелко шпик. Отправляю на разогретую сковороду. За это время нарежу лук. Режу полукольцами. Пока обжаривается, нарезаю картошку кружочками. Чтобы картошка удобно стояла, лежала, срезаю боковинку.
сравняю, что примерно одинаково. И раскладываю картофель. Чтобы не горело, я уже уменьшила газ. Солю, перчу. Заливаю водой. Накрываю крышкой и провариваю минут 5 на медленном огне. Пять минут проварилась. И теперь выкладываю рыбу. Закрываю крышкой и тушу до готовности. Пока рыба готовится, я сделаю соус тоже из книги яично-масляный. Для этого я растопила в микроволновке масло сливочное, вареное яйцо, рублю. Рыба уже тоже практически готова. Я еще во время варки добавила лавровый лист, душистый перец и стебельки петрушки. Масло отправляю порубленное яйцо. Одно яйцо 50 грамм масла. Зелень, петрушка порубленная. Соль. Свежевыжатый лимонный сок. Рыба готова. И на подогретое блюдо выкладываю, беру лишние веточки, запах очень ароматный. Выкладываю картофель.
зеленью, рубленой петрушкой. Так, и соус. Блюдо готово. Приятного аппетита!